Абсолютний рекорд за кількістю учасників на змаганнях з боротьби в Одесі. Турнір з греко-римської боротьби пам'яті легенди одеського спорту Костянтина Пульчо зібрав понад 900 спортсменів із 6 країн світу віком від 8 до 17 років. Відомий наставник підготував цілу плеяду талановитих вихованців, чемпіонів та призерів міжнародних змагань. А проведення турніру на його честь вже стало доброю традицією. Турнір пам'яті Костянтина Костянтиновича Пульчо, заслуженого тренера України. Человека, который много очень сделал для развития, для сохранения греко-римской борьбы в городе Одессе. И поэтому его ученики, большая им благодарность, что они смогли и могут организовывать такие масштабные мероприятия. Президент Федерации Алманов Руслан, ну, больше слов не надо. Человек, который все это организовал, который, ну, любит борьбу человек и чтит память своего тренера. Константин Константинович Пульчо – это великий был человек, в первую очередь, тренер и одессит. Благодаря ему в Одессе после 90-х, после перестройки в 90-е годы сохранился этот вид спорта. Он собирал детей с улицы, собирал многие дети, которые сегодня достигли больших высот и в профессиональном борьбе, и в жизни, стали большими бизнесменами, политиками, которые сегодня на слуху у всех. Они прошли через его дом. Он всех их находил, можно сказать, даже на улице. Змагання відбувались у спорткомплексі ПСВ у Крижанівці. Для участі приїхали команди з усіх регіонів України, а також іще 5 країн. Це Фінляндія, Казахстан, Болгарія, Литва та Молдова. Боролися спортсмени впродовж 2 днів, а переможці отримали цінні нагороди. Сьогодні для дітей, які виступають на цьому празднику, це, ну, большой толчок в будущее спортивной жизни. Сегодня и борется здесь мой сын. И сегодня, когда в весовой категории 2011 года в 30 килограмм участвуют 37 участников, это очень грандиозно. Потому что совсем недавно мы приехали, на прошлых выходных мы были в Киеве, был масштабнейший турнир по греко-римской борьбе. Там было 600 участников, здесь 900. Это праздник, который просто невозможно оставить без внимания. Я занимался 3 видами спорта, а это мой 4-й вид спорта. И он тебе нравится больше? Да. Какие еще были? Футбол, бокс и хоккей. И чем борьба вот интереснее? Потому что там надо выступать на соревнованиях, и там все интереснее. Получать опыт.